По информации инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Мозырскому району, по состоянию на 4 января 344 индивидуальных предпринимателя, осуществляющих розничную торговлю товарами легкой промышленности, не уплатили единый налог на январь 2016 года. Из них 324 ИП предоставили нулевые декларации, 10 ИП уведомили налоговый орган о неосуществлении деятельности в устной форме. 199 индивидуальных предпринимателей уплатили единый налог по данному виду деятельности.